Засуха может привести к срыву мировых поставок товаров через Панамский канал. Об этом предупреждают британские информационные агентства. По данным информации администрации Панамского канала, октябрь этого года стал самым засушливым в регионе за последние 70 лет. Из-за сильной жары пересохло озеро Гатун, которое питает Панамский канал. На этом фоне власти впервые сократили количество судов. В среднем они ожидали своей очереди около 2 недель. Если не обеспечить устойчивость цепочек поставок, то проблемы продолжатся и в следующем году, отмечают эксперты. Это, в свою очередь, приведет к росту стоимости доставки.